дома. Почему же я так рано? На часах только 10:30. Потому что я немножко прогуляла. Прогуляла литературу. Просто сидела, смотрела вебинар. У нас две литературы. И, ну, как бы никакой абсолютной эффективности. Поэтому я подумала, лучше уж я пойду домой. И дома посмотрю вебинар. Плюс после литературы у меня два окна. Соответственно, сейчас у меня вообще три окна. А после этих окон я иду на физкультуру, которую уже прогуливаю сколько-то, 2 недели. Нужно будет сходить. Сейчас мы посидим, поучимся, что-нибудь посмотрим. Будем бахать эстетику That Girl. Поэтому погнали. А еще у нас сегодня очень тепло. Я как бы вот в таком вот луке. Реально очень-очень тепло. Эстетика сегодняшнего дня. Все такое красивое. Я в таких топулях хожу, гуляю. Погнали попрыгаем на батуте. Типа, почему и нет? Сегодня я начинаю очень важное дело. Это просмотр последнего мяу. Вот эта вот прекрасная женщина, Лисан, записала курс. Точнее, она проводит прямо сейчас вебинары. Это что-то типа предбанника. Но он абсолютно бесплатный. У нее на Ютубе. Я у нее занималась целый год. Ну, курс был платный, но вот этот вот он бесплатный для всех. Там вроде бы 7 вебинаров по 3,5 часа. И вот сегодня я начинаю смотреть первый вебинар. Там абсолютно все задания. Сегодня мы разбираем 16-е, потом 10-е и вроде бы 9-е. Спасибо вот этому вот КамАЗу, который мне помешал. Ну ладно, вебинар идет 3,5 часа, но там есть перерывы, плюс я буду смотреть на скорости. Я думаю, как раз до физкультуры я успею посмотреть этот лекцию. А вот тебе спасибо огромное. Хотела сделать эстетику со льдом, но лед просто не заморозился. Ну ладно, я поставила новый, и у нас будет просто водичка со льдом. Я немного пропала из влога, потому что день пошел вообще наперекосяк. Очень много всяких моментов, я какая-то уставшая, туда сбегала, сюда сбегала, посидела, посмотрела русский, потом мне позвонили, сказали, что нужно бегом бежать в школу, я там своей учительнице отпаривала платье, короче, ей там зачем-то надо было, вот, вообще какой-то трэш, потом побежала на физре вся устала, немножко отдохнула, пошла на вальс, тоже абсолютно никакая, и вот сейчас вот пришла, села, и поняла, что все, я не могу, у меня так ломит тело. Я думала даже закончить этот влог, в принципе, не продолжать снимать, потому что все-таки он называется That Girl, и все должно быть идеально. Но у меня так не получилось, и я думаю, что это нормально. И нужно, наоборот, продолжать его снимать, показывая, что не все бывает идеально, иногда что-то идет наперекосяк, и это нормально. Честно сказать, состояние абсолютно никакое, но мне нужно сделать кучу дел, боже. Я, знаете, это такое странное ощущение, потому что тебе вроде кажется, ну, я могу себе позволить ничего не делать вечер, но с другой стороны, ты понимаешь, если ты не будешь делать ничего целый вечер, то завтра ты сойдешь с ума, потому что дел будет вот столько, и типа... Как держать баланс, я не понимаю. Итак, я сделала 2 теста, один по истории, другой по общаге. По общаге, кстати, решила тест на максимум. Боже, первый раз за
весь курс. И сейчас буду смотреть запись практики. Мы опаздываем вообще по практике. Видите, у нас только Александр Третий. И Маша нам записала офлайн практику, поэтому я сейчас буду ее смотреть. Сегодня я не ходила на онлайн, потому что не успела посмотреть офлайн. Нужно идти ровно по хронологии. Сегодня у нас что вот еще тут есть? Маша вроде записала вот до первой революции. То есть я все вот это сейчас посмотрю. Урок идет где-то час, ну, на скорости 1,5 будет довольно быстро. А, кстати, в школе я еще посмотрела тоже практику. Я ее пропустила в понедельник. Вот это вот все. И там еще вроде тоже где-то здесь. Вот, ее я пропустила. И сегодня в школе ее посмотрела. Что-то я вообще на that girl не похожа. Ну ладно, ничего страшного. Главное пытаться, главное пробовать. Все получится, но не сразу. У меня есть тоже своя эстетика. Не that girl, конечно, но как вы думаете? Пишите в комментариях, похожа ли я на that girl. Я собираю все свои шмотки, одеяло, потому что уже на улице прохладно, уже 7 вечера, около 8. И я сижу вот на этом кресле в одеяле. Сейчас собираю все свои вещи, водичка у меня тут сзади, я все несу. Я и кушаю здесь, и все здесь делаю. На часах 7:30, и я решила не учиться абсолютно. Вообще, это такое счастье. Решила сделать себе такой вечер для себя. Возможно, куда-нибудь сейчас пойду и просто отдохнуть. Завтрашний день будет сложный, завтра пятница. Я буду писать в школе пробник по общаге. Типа, это вообще трэш. Плюс по планам у меня дофига всего. Поэтому нужно отдохнуть. Давайте, погнали, все уносить. К нам что, приехали программисты, которые работают сразу на двух нотах? Нет, это Лиза, которая сходила на Валберес за зарядкой. У меня были траблы с этим ноутом, боже. Я в разных влогах говорила, рассказывала, что с ним было, и вот с ним опять были траблы. В итоге оказалось, что старая зарядка просто сломалась. И вот я наконец-таки на ВБшке заказала, мастер мне подсказал, какую зарядку нужно. Все, она классно работает, ноут заряжает. Поэтому вот этот вот, это ноут моей сестры. В нем я реально уже, наверное, дофига времени. У меня было причем периодами. Я сначала он сломался, я была с ним. Потом он починился, я была с ним. Потом он опять сломался, я опять была с ним. Сейчас мы его отдадим Васёне. У нее тут вот такой вот прекрасный кастом. И теперь у меня будет вот этот вот мой родной золотой. Обожаю. Новая зарядка. Все, короче, супер. Надеюсь, больше не сломается. Если сломаешься, я куплю новый, понял? Помните, с утра мы писали планы. Вот это вот все. Сейчас будем зачеркивать то, что я сделала. Я сделала тест по общаге. По истории. Тест по общаге. Потом практику я не посмотрела, потому что решила, что сначала нужно посмотреть офлайн, чтобы соблюдать, соответственно, хронологию. И вебинар по русскому я посмотрела не 3,5 часа, а 1,5. В принципе, ну, можно, знаете, так, полплюсика зачесть, потому что я посмотрела, но не полностью. Там даже не 1,5, там где-то 1,40, ну, побольше, да. Вот, дела выполнены не все, и это абсолютно нормально. Абсолютно нормально не выполнять свои планы, и я считаю, что девушка that girl — это та, которая умеет вовремя остановиться, умеет понять, где вот эта вот грань, где ты все уже не то состояние, и тебе нужно отдохнуть. И нет, это не пустые оправдания, что Все, я пошел, я не буду учиться. Это нормально, потому что реально, если так подумать, я учусь постоянно, и нужно тоже отдыхать. Это нормально, поэтому невыполненные планы, ну и ладно. Главное, что-то сделано, и это любое действие лучше, чем бездействие. Поэтому вы тоже не парьтесь, и вот даже так осознайте, количество выполненных работ, количество дедлайнов не дадут вам классный результат. Вам дадут результат, именно эффективность того, чего вы запомните, в чего вы вникнете. Если вы будете много-много вебинаров смотреть, это не даст вам чего-то. Вот знаете, как вот у меня сейчас параллель прошла с интенсивным и экстенсивным ростом в
экономики, потому что экстенсивные — это когда ты берешь количеством, то есть много-много-много-много, а интенсивный — это когда с помощью качества. И вот, проведите свои параллели, особенно те, кто сдают общагу, вы должны меня понять. Это гениально, это гениально. Сейчас я живу с такими мыслями и думаю, что да, это правильная стратегия, так и нужно делать. Итак, я уже собралась спать, хочу подвести небольшие итоги. Анализируя это видео, я понимаю, что это было не прям that girl, как, знаете, там всякие завтраки, тренировки, все так эстетично, но, извините, у меня сейчас ЕГЭ, и тоже вот это все внедрять, ну, не вариант, поэтому своего рода подготовка к ЕГЭ выступает тоже таким that girl, потому что именно вот эта продуктивность, все вот это такое. Я обещаю, когда я сдам ЕГЭ, я вам буду пилить такую эстетику продуктива, будем делать всякие тренировки, пробовать новые привычки и так далее. Но все это будет летом. Поэтому это видео тоже было прикольное, какой-то новый опыт в определенном плане. И that girl перед вами стоит, правда? Всем спасибо за просмотр и пока-пока.